забыть дома паспорт, пройти регистрацию за 4 минуты до конца. Это все я могу, но по итогу летим в Питер. Ну а зачем летим, по традиции, ваши варианты, пишите сюда. И только я хотел сказать, что утро добрым не бывает с победой, потому что спинки не гнутся, места для ног нет. Но вы посмотрите, рядом со мной никто не летит, и я счастлив. Все спрашивали, зачем он прилетел. Вот она сама милота. Значит, Лиза привела меня в Колизей. Будем оккультуриваться. Все, да? Сейчас как оккультурюсь. Мы, значит, обошли все улицы Питера, искали какой-то круг. Вот эта милая девочка хотела меня в какой-то круг отвезти. Но круг мы не нашли. Идем дальше. Друзья, ну что, вот он Питер, вот она Лиза. Готовим нереально топовое видео. Скоро ждите, на три часа влюбляюсь. Может быть, не на 3. Ребят, не знаю, с чем это связано, но в Питере гораздо чаще подходят, и это приятно на самом деле. Спасибо вам большое. Так что я, если что, в галерее гуляю тут. Если кто хочет, кайф, подходите. Ну что, дамы и господа, кто догадался, тот молодец. Мечта миллионов женщин. Роман Легенда Гриценко в Санкт-Петербурге. Снимаю вообще, да, заебись. Ура, друзья, приехал. Красота, обаяние, деньги. Все, поехали. Ничего не предвещало беды, блядь. Встретились с Ромой, блядь, пофоткаться вышли. Короче говоря, блядь, я портфель оставил в каршеринге. Он сказал, да бросай тачку, блядь, корешу. Побегаем, блядь, понимаем, блядь, что портфель со всеми документами, со всей хуйней. Он говорит, ну что, пацаны, поехали, типа. Поехали, блядь, машина уехала, вон там, блядь, ждут звонка. Пиздец, Рома приехал, блядь. Все документы, ключи, бабки, блядь, все вообще там. Форт Боярд, паспорту неси ключи. Звезду, блядь. Ром, сфоткаться можно, блядь? Стоишь, блядь, там. Манда решает. А подожди, держи сейчас аппарат. Давай, тихо, надешил. Ром, ну каково, скажи. Еще раз выделить. Честно, скажи, каково? Как там Бузова? А? Так, мы, короче, встретили звезду в Питере. Романыч. Посмотри, Романыч, звезда. Как бы уже, ну понятное дело, блядь, ушел на второй план Виталий, блядь. А когда-то, блядь, было все наоборот. Блядь, хорошие новости. Простите, с матом. Просто спаситель, блядь. В Кудрово, блядь, уехала машина. Бля, родной, спасибо тебе огромное. Просто Романа Гриценко друг, блядь. Все, счастье, блядь, есть. Ура. Вот оно. Нашлось. Из-за тебя был в проебе. В оправдание, что? Есть слово? Я скажу так. Благодаря мне ты этот рюкзак нашел. Так. Поэтому благодаря мне... И ты его и проебал. Ну я в итоге нашел, все, ура, фух, поехали, блядь. Ну вот, ну и все, как бы, все заебись. Виталя! Виталя, здорово! Братишка! Да, смотри, немножко с толку, блядь. Диджей, методичка! Когда ты сам говорил, что зачмошник сомска, блядь. Жизненные пути, блядь, поменялись, ничего страшного, ладно, продолжаем, блядь. Так, ну что, Рома? Короче, играем второй матч. Поиграли, значит, ну, Роме первый матч кое-как повезло мне выиграть фифу. Второй матч, конечно, я его выиграл. Ром, какие дальше оценки, как ты думаешь? В общем, расклады такие. Если еще хотя бы один матч у меня выигрываешь, ну, что? То такого не будет просто. Такого? Нет, такое... На пресс смотреть? Нет, просто человек приехал, все сказал, я всех размахиваю, всех выношу. Я честно скажи, что играю лучше тебя. Нет, ну, как бы, смотря из последнего матча, 3-2, как бы я выиграл. Ну, теперь будет наказание конкретно. Посмотри, кто играет. Давай, просто много уже снимаем. Давайте, поехали дальше. Бицепс двойной спереди.